На выходные в новом, но уже модном пивном баре столицы состоялось долгожданное выступление легендарной молдавской группы «Куйбул». Мы с удовольствием пообщались с основателем и фронтменом группы, автором текстов и музыки, а также продюсером группы «Сдобшиздуб» Игорем Дынгой. О новой концертной программе, игре в сквош и съемках нового клипа с дубов из первых уст эксклюзивно для РУ-ТВ. Прежде всего, то, что будем исполнять все песни вживую, это концерт живой музыки, концерт рок-н-ролла. Вот. А есть какие-то новые композиции, которые вы сегодня исполните? Мы сегодня будем играть несколько новых песен. У нас небольшие изменения в составе тоже. И сегодня на сцену выйдут два барабанщика. Вот. И к тому же мы покажем новую интерпретацию вообще нашей программы. Мы ее немножко изменили по стилю, по жанру. Это будет совершенно новое звучание группы «Куйбул». Сквош — это спорт, музыка, рок-н-ролл — это музыка, поэтому они прекрасно друг с другом дружат. Все хорошо, все замечательно. Одно дополняет друг друга, как-то вдохновение, может, появляется от сквоша для музыки или наоборот? Ну, вдохновения, скорее всего, нет. Это хорошая физическая форма, тонус. В общем-то, вот так. Сейчас работаем над сюжетным планом. Вот. Песня выбрана. Это на мотивы итальянской тарантеллы «Молдовенеца он искут». Сделано пока всего немного, несколько съемочных дней. Ребята сейчас приедут с гастролей, мы продолжим съемки. Вот снимались на юге у Бунела и Буника, бати Доба. Вот. Хочу сказать, что это будет полная импровизация, поэтому до конца мы сейчас сами не знаем, к чему это все приведет. Но будет интересно, это 100%. В этом году группа «Куйбул» отпразднует 21 год своей деятельности. За столько лет у группы создалась целая армия преданных поклонников, которые с нетерпением ждали дня выступления любимых музыкантов. Результат налицо. И свободного сантиметра в тот вечер в зале не было. Это все, о чем на этой неделе я хотела поделиться с вами. Помните, что большое счастье состоит из маленьких радостей. Верьте в невозможное и не бойтесь мечтать. С вами была я, Ирина Новикова, ваши розовые очки в реальности молдавского шоу-бизнеса. Увидимся!